Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, и продолжаем проходить DLC-сигнал к Алану Уэйку. You know, you're gonna have to make your way across here. I'm thinking the solution probably has something to do with those orbs. Really? You think? Yeah! You should probably use them! Your insight is staggering. DePaul, I know! Прикольный мост. That's when things go right. When you get up to something on your own, that's when the trouble starts. That's horseshit. Al, I'm not saying anything you haven't come up with first. Pikmin, remember? This kind of thing could drive a man insane. No! This is great! And it's probably therapeutic for you too. Words, littering the landscape. His books common and discarded, like mud beneath his feet. Hardbacks, paperbacks, turned against him. Trash. Just cheap trash. I had seen weird transmissions of myself before, but not like this. The version of myself I saw now sounded insane, like a demented storyteller who was out to torment and destroy his protagonist. Ну, 6 штук уже. Красоты? Красоты. И заебись. Опять же, про раздвоение писателя и его альтер-эго. Это опять же было у Стивена Кинга. Но опять же, когда игра, блин, настолько... Ох, ебать. Какое убийственное чтиво. А, настолько не скрываешь, что он вдохновляется Стивеном Кингом, что прям в начале буквально... Первые слова, которые звучат в игре, это Стивен Кинг. Понятно. Враг, враг. То здесь надо как-то аккуратно, да, чтобы не подсветить то, что мне нельзя подсвечивать. Окей, пошли. Во, спасибо. Вот я только хотел сказать контрольную точечку бы сейчас. Вороны. Это что за хуйня? Так, секундочку. Блять, я же... А, ну да, я же... Все, я сам переставил и... Ну, ладно. А прикольно, если стреляю ракетница, она тогда упадает и подсвечивает еще этих всех. Окей. Не, на самом деле здесь довольно так это. Враг, бум. Враг, бум, бум, враг. Чисто инструменты. Сейчас здесь не хватает. Знаете, что. Да, я забыл, что бум вообще-то еще и подсвечит все вокруг. Ну, ладно. Да, мужик, конечно. Нам патронов не хватает, что там? Одержимый. Вот здесь немножечко, честно говоря, было бы здорово, если бы он мог ракетницу-то выключать. Не ракетницу, ну понятно. Там патрончики, это все того не стоит. Одержимый. Враг, враг, бум, враг. Враг, вороны, бум. Одержимый, вороны, одержимый. Окей. Это и провоцируют. А, так и здесь можно получить это достижение.
Сжечь сколько-то птиц. Я думал, оно только в оригинальной компании. А ну и заебись тогда. Что там, костюм? Ну-ка, сколько у меня здесь? О, красота. Пойдемте. Я не помню, 20 максимум или нет? Да ладно, ребят. А, кстати, у меня же есть. Ну-ка. Ну, правда, одна всего. Не, пока оставлю эту. Граната есть, но всего одна. Во, видишь, ты сказал enough, и ничего не произошло. Все ж подчиняется тебе. Окей, это просто слишком странно. Ты странный. Барри, все это действительно выходит из моей головы? Это просто так, как это место, Ал. All that random stuff in your head? Imagination can be anything. But you're from my imagination. Yeah, you know what, Al? Do yourself a favor. Don't pursue that train of thought any further. Куском фонаря, что ли? Нифига себе ты. Вау. Окей. Скалы. Ну, бля, бесконечный спам врагов, ну серьезно. Я его задолжил прям в упор. На охуеть, здесь бесконечный спам этого чувака, заебись. Дайте хоть вперед пройти немножко. А, это, кажется, будильник. Блядь, меня бесит, что у него назад в этот момент нет. Когда вот меня кто-нибудь замахивается, они сзади показывают. Блять, ребят, прикиньте, я в курсе. Перезарядись. Так, немножко подлечила, я надеюсь. Да, здесь они не лечат, заебись, эти фонари не лечат. Ну хоть не гали. Так, пацаны, давайте вот так. Так, держите вам эту, а я пошел. Спидран пошел какой-то уже. Опа, что это? Что это? Ага, окей. Блять, здесь прям напряженно, слушай. Блять, два здоровых, окей. Угу. Нахуй идите отсюда. Идите отсюда, говорю. Так, два. Ну давай с дробовиком, ладно. Она напряжная, но что-то как-то немножко по-дурацки напряжена. Эта игра не сильно под... Экшн-то, она же прям... Ага, кто такой? О, здорово. Тор Андерсон. Тор Андерсон, бог грома и молний. Пьяница с буйным характером и кувалдой. Подходите, подходите все, взгляните в лицо убийством и бурям. Этот голос уходящей эпохи, открытый для читателей Барри Уиллером, предлагает принципиально новый подход к старым проблемам. Только попробуйте уйти из книжной лавки без книги самоучителя, гвозди бы делать из этих людей. Предисловие Барри Уиллера.
Интересно, это реально состаренный, типа, лицо состаренное этого вокалиста Poets of the Fall? Уж похож немножко, если честно. Колеса. Ой. Кажется, понял. Колеса, красная коробка. Блин, ну дайте красную коробку посмотрим. Колеса — это ничего хорошего, вот в красной коробке. You need to get that door open before you can get into the warehouse. That's the way forward. If I'm making this up, why is it so complicated? Because you're a complicated man, and no one understands you. But I'm talking. Barry. Ладно, дайте лучше, пока никого нету. В этом смысле. Wheels, то есть это тачка, как бы. А не колеса, окей. Ну, это, видимо, эти слова без вне контекста, поэтому. А чё, блядь? Охуеть. Перезаряди, да, прикинь, Алан. Да, блять, вот это да. Не, какая-то хуйня, если честно. You need to get that door open before you can get into the warehouse. That's the way forward. If I'm making this up, why is it so complicated? Because you're a complicated man, and no one understands you. But I'm talking. Barry. Блять, что ты делаешь? Вот откуда в меня прилетело, блядь? Вот откуда, блядь, в меня прилетело? Вот объясните. Ну, может, обернешься, блядь, Рахит, ты ебаный. Что ж ты, блядь, за человек-то такой, мудак, блядь? Пиздец! Ну да, да. Ну, в принципе, похуй. Ну и что ты мне сделаешь? Кстати, я вообще не подумал, что так можно обузить. Все? Так, вот что там, тачка есть, пошли. Арбузить, как говорят у нас. Да-да-да-да-да, пацаны. Алан, блядь!
Ну реально, эта игра, она не предназначена вот с этим управлением, с этим рахитным персонажем, она, блядь, не предназначена для того, чтобы тебе миллионы врагов закидывать, ну пиздец. Ну ладно, на большом расстоянии, где постоянно ты от них бегаешь и так далее, но в таких вот моментах, ну серьезно. Я надеюсь, если в American Nightmare, я знаю, что он более такой экшеновый, надеюсь, что там они поработали над этим. Что-то абсолютно, вот чё-чё, вот это вот в оригинале как не было особенно этого заметно, там не было таких прям мест. Но вот это очень идиотское, вот здесь это прям вылезает, типа ты бежишь, ты хочешь убежать от врага, а тебе камеры разворачивают на него, и он опять на тебя, а потом еще на него, они в этот момент тебя пиздят, понимаешь? Вот это вот самая хуйня на самом деле. Здрасте. Давно не виделись. Так, что у меня тут есть? Одна свинец. Вот светошумовую гранату я, пожалуй, прям на этот. На всякий пожарный оставлю себе. Так, да. Так, память эту мы потом посмотрим. Кстати, а что это такое? Сигнальная ракета. А как это? Ты как-то вот так пойду? Ладно, дойду туда, тогда буду. Охотничье ружье, да? Ну, хуй знает. Охотничье ружье — это прям хорошо, конечно, но, блядь, патронов к нему мало. Ну, Алан, блядь, я нажимаю. Ты дурак, нет. 5 всего патронов. Мне, пожалуй, пока я с помповиком похожу. И сейчас где-то попадутся патроны, тогда ладно. Вот еще для дробовика патроны дали. Ну давай, давай, я же знаю, ты сейчас встанешь. Давай. Не будешь вставать? Че это? Hey, what are you up to? I thought this was my side of the bed. Не, довольно миленько просто, типа. Почему именно здесь? Там как-то было логично. Типа место, в котором мы были, поэтому там воспоминания, почему вдруг про это сейчас вспомнил. Ну да ладно. Кто я такой, чтобы ему указывать, когда и что вспоминать, правильно? Окей. Ну ладно, спасибо, спасибо. Ну, адекватный оказался, ну что же делать. Вот как-то так. Так, вон там он что-то... Ага, будильник лежит. Главное это не забыть. Может быть, то, проснемся мы или нет, зависит от будильника. Было бы логично. Один.
Какой-то неебически мощный фонарь. Вот это да. В игре их было три, только обычный, мощный и прям пиздец мощный. Это прям пиздец, пиздец мощный, да? Да. Ну, пацаны, где вы там? Давайте. Что это там? А, фонарик, да. Да не пойд... Ага, то есть надо идти туда и смотреть, где он, да? Заебись, да, почему бы нет. Хорошая идея, ну пошли. Ладно, там контрольная точка была. А, бля, стоять. Стоять, мужик. Блядь, чуть не забыл. Два раза сделал акцент на том, что надо не забыть, и забыл. Вот, блядь, молодец. Я, кстати, не считаю, сколько их, но... Так, здесь пройти нельзя. Фонарик отвлекает меня. Кстати, зачем мне предлагают... Ну, менял бы он... Я понимаю, когда оружие туда-сюда. Но зачем мне, возможно, взять... Менее мощный фонарик? Это же ни от чего не зависит. Че стоим? Кого ждем? Сколько у меня ракетниц? Нет, одна, этот перебьешься. Охуенно, просто подспавнился сразу сзади. На тебе за это. Будешь знать. Сейчас зацикленный звук бензопилы, мужик, ты в курсе? А, его, кстати, обычным не берет, видите, его можно только вот так вот. Кстати, прикольно, в оригинальной игре я этого не замечал. Ну, видимо, потому что там это было не то. Блять, он просто сзади, он даже не подспавнился. Не... То есть то они 10 раз покажут тебе, что где-то вот там вот сзади враг, а то, блядь, нет, хуй тебе, давай, значит. Как обычно говорится, вы бы определились уже, что ли? Че? А, к револьверу. Окей. Не, бодренько, бодренько, все равно. Все равно бодренько, все равно мне нравится. Несмотря на то, что, все равно мне нравится. С той стороны? Нет, с этой, слава богу. Отлично. Чуть прям близко, так два будильника. Если они и в остальных местах так же близко, то, возможно, что-то я уже проебал. Ну, что же сделать? Булск! А! Ага, пацаны, понял, понял, пацаны, пойдем. Пойдем, пацаны. Или они пропадают, как только... Они же пропадают, как только я захожу, да? О! Ага. Следующий. Ну. Да ёб вашу мать. А чё один? Это как? Вас же двое было, эй! Ебать, вы выдумщики. Так, отсюда сбоку некуда. Но они могут просто перелезать. Я себе там взрывная волна. Че, не вылезешь? Ну ладно. Возвращайтесь назад. В офис за ваш компьютер. Ага, понял. Вот здесь надо мне показать, да, вот обязательно, что это... Вдруг я же не пойму, что здесь чувак. Ну-ка, что ты охранял? Чего не охранял? Какой самоотверженный парень. Кажется, их надо было заманивать на эти баллоны. Ну, в смысле, они выбегают, я подстреливаю. Ну и ладно. Возможно, сейчас еще желающие найдутся. Я не против назад отбежать. Ага.
place is setting off my allergies. You're not even really there. Well, my allergies are definitely here. Hoochie! See? Allergies. Это потому что типа allergies, да, типа ow, Alan, allergy, ну вы поняли. Красная коробка. Я еще подумал тоже, типа в самом конце игры ввели какую-то механику, что пару раз надо было подсветить на слова. Вот что это, блядь, нахуй вы мне вокруг меня камерой крутите? Бля, я уж думал, не выберусь. Куда ты? У нас тут очередь вообще-то. Пацаны вон ждут своего часа, а ты, блядь, лезешь прям такой. Пиздец, не вешай. Ну, вот это быдло сельское, вот это быдло сельское, вот вообще. О, Алан, у тебя с пиджаком какая-то хуйня случилась. О, спасибо. Так, стоп, сюда мне и надо. Тогда давайте здесь посмотрим сначала. Ну и ладно. Так, а, ну да, красные лейки, конечно же. Куда же мы без красных лейк, Валани Уэйки? Который продолжает меня путать. Мост. А можно? О! Буцк! Ага, понял. Так. Че? Типа туда наверх столкнул, да? А, окей. Так, ну что, мы сначала посмотрим память? Зайдем. И сначала мы будем отстреливаться. Здорово. О, да. У нас кто? А, Элис Уэйк. Красотка с роскошной попой, боящаяся темноты. Настоящий оазис посреди пустыни. Новая иллюстрированная книга знаменитой женщины-фотографа изобилует снимками пикантных и очень пикантных ситуаций из ее жизни с мужем. Ситуаций которых не было и в помине. Муза писателя, предварительные заказы уже принимаются. Да, попа у нее красивая. Кстати, реально ее в ремастере вообще пиздец какую-то страшную сделали тоже, ебать. Она, ну так там такая тоже у нее, ну такая себе внешность. Ну понятно, что там были ограничения движка или типа того. Ага. Это неадекватный брат-дебил, да, того хорошего трактора. А, не трактора, этого погрузчика. Хватателя. Вот. Но, типа, ну вот так вот у них получилось на этом движке вот так вот сделать. Типа, а вот в ремастере он что-то ее пытались вроде как подправить, и вышло только хуже намного. Здесь хотя бы как-то нормальненько так, что ли. Этим сделаем вот так вот. Опа. Бум. Так, хер вопрос, а на кой хер та кнопка нужна? Что-нибудь там открыть? Stop it! They're waiting for us downstairs. We don't have time for Alan. I knew she wasn't really here, but she still made my heart ache. I had saved Alice. But I wasn't even sure when that happened. Was it days ago? Weeks? Longer? I had no way of knowing. Спасибо. Понято. Кстати, я знаю, что с ней случилось. Это я уже... стой! Да не говори вообще. А, пацаны берут. Так, ребятки, ну-ка давайте-ка. О! Хорошо прям получилось. Вау! Прямо охуительно. Давай, и заряди тоже. Давай. Не, в целом нравится. Она, конечно, немножечко дурацкая, какой-то DLC, но...
Ну, в смысле, что они немножко, они понятно, что хотели бы больше экшена уже сделать, но, типа, это не очень, надо было над механикой немножко поработать. Hey, lover. Come here. I've got something for you. I could only hope that Alice was all right. I didn't know what happened to her after she left the dark place. Я знаю. Но, насколько знаю, про это говорится в Control. Так что мы до этого не скоро еще доберемся. Пока я там на ком-то накоплю. Я, блядь, у меня сейчас все мысли только об этом, пиздец. У меня вчера, знаете, что было вчера? Сижу. Сейчас, пока, кажется, cool story. Сижу вчера, смотрю какой-то ролик на канале. Сейчас, кстати, хороший каналчик, мне понравился этот. Типа Geek, по-моему, называется. Вот, и там что-то про ассасинов, прикольные такие пересказы. И там, среди прочего, кадры были из Assassin's Creed Origins. А я очень люблю вот Древний Египет, прям вообще очень нравится этот сеттинг. И я такой, блядь, просто мне так хочется уже поиграть. Я только, ладно, в пизду давай, я какие-то на минималках для себя просто. Но у меня он куплен в Стиме, но в Стиме не буду, думаю, репак просто скачаю, чтобы просто в Стиме ачивочки и прочее, хочу их потом под запись повыбивать и так далее. Но это мои бзики, забейте. Вот. И такой, давай сейчас, значит, скачаю репак, поставлю, поиграю, чисто побегаю. Когда качал, стал, значит, читать описание. То здесь надо вот как-то так сделать. То вот это что-то еще. Ну, вроде там просто, но зато внезапно выясняешь, что какими-то старыми уже, возможно, процессорами эта игра не работает. И хер знает такого или плановый процессор. Такой, ладно, все, забейте. Надо играть под запись. Zane, is that you? Надо играть под запись и все, все, всякие такие игры. Вот такая вот была ситуация. Но я очень сейчас хочу. Че это? Но я очень хочу уже новый комп. Прям очень хочу. Ладно, все, 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 иду. Woo! А! Hey, hold that pose. That was a good one. Like this? Yeah, but smile a little more. No, that's too much. You want to look mysterious, maybe a little tough. You know how people go for those dangerous bad boys. But I'm not dangerous. Oh, come on. You write about terrible things all the time. People want to think that you're intimately familiar with them. You kill Casey in this book. You need to look a little bit like a murderer. Oh, that's good. Do that again. You look handsome. And dangerous. You know, I wasn't sure about the beard before, but I was wrong. It looks good on you. Okay, I think we're done. Great. I want to get out of this suit. Hey, things are looking up. Guess danger is sexy. That was when I was still working. When I felt like a real writer instead of a fraud. It was a good memory. I wished I hadn't seen it. Хм. Здрасте, пожалуйста. Убри! Я слышу водолаза. Ща, Томас, я иду. Томас! Опа! Мое. Ща, главное ничего не пропустить. Окей, вот фальшивер. Ну ладно. Фальшивер тоже нормально. Ага, все, иду. Здорово, мужик! We can talk here, but we don't have much time. Zane, how do I get out of here? That's what you face. That's you, even as we speak. Darkness. Darkness coming! Swept him away. Lost. He knew! He couldn't hold on. He knew there was no way out. Oh. No, I'm right here, oh, Zane. What's going wrong? That's not me, it's just... Oh. I don't know, an echo, a hallucination, the dark presence. No. Dark presence is not responsible for this. You are making this happen. You're trapped in your own nightmares. You're fighting yourself. Так. Wayne didn't understand it. He would never make it. He would never wake up. And he'd get swallowed up in the rising tide of darkness. It was coming. It was coming. Shut up! No. Swept away by the gathering insanity. Zane was gone. Wait, could feel the pressure, gnawing at his mind. The darkness wasn't so bad. It was in him. He felt it.
He knew the voice spoke the truth. It was just too hard to think. He can't... couldn't make sense of it. Couldn't... He wanted to go with the flow. Stop thinking and just let go. А, батарейки все, да? Окей. Что-то как-то прям это. Ага, ага, понятно, понятно. Куча всего. Алан, давай. Ты же сам это написал эту хуйню. Оу. А, то здесь это не работает. Понял, понял. Бля, как хорошо, что на этот пиздатый фонарь. Заебало, блядь. Как вот здесь надо? Я не понимаю. I don't get it. Так, что у меня есть? Одна. Это ты хуй сдвинешь. Че это за терминатор, блядь, такой? Там казался. А! Извини, извини, тебя не заметил. Сейчас, на, держи. Опа, мое. Лохушка. Лохушка. А, ладно, извини, лох, лох, лох. Летал, лохушка. Блядская бочка! Шел нахуй. Так, батарейки валяются, поэтому... Ну, а что а там? Что там еще можно? Охуеть. Хуй хер ты меня бьешься фонариком, свечу на тебя специально. Подлечись давай. Ой, блядь, так, что там? Ага. Уничтожить телевизор. Ладно. Блять, как же охуительно, что они просто появляются за спиной. В двух метрах от меня вот. И пока Уэйк медленно поворачивается. А, вот здесь бы охотничье ружье пригодилось. Ну ладно. Серии все предугадать невозможно. И пока Уэйк медленно поворачивается, ему дают пиздюлей. Давай, давай, давай. Стоп. Что-то сюда, по-моему, перелетело, нет? Да-да. Прощайте. О, блядь. Ой, щука. На, блядь. На, блядь. Угу. Ой, следующая. Не надо, не надо, мужик. Так. Напряженненько. Мое. Угу. Че, никого там пока нету? Окей. Не надо. Не дергайтесь, а то будет только больнее. Все подзарядится. А, ладно, пусть. Ага, 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 ага. Ага, конечно. Сейчас размечтался. Пошел нахер отсюда. Мужики, вы меня не злите, у меня граната еще, если что, светошумовая есть. Вам. Почему-то мне кажется, что вам нихуя не понравится. Так. Так. А, не то, окей.
Вы решили мне показать, неужели, да? Обалдеть. Мне решили показать, что на меня нападает враг. Прям событие. Так, ну-ка, уйди. Уй, мужик, на хороший срез, заебал. Прими смерть, как мужчина, в конце концов. Телевизор. Угу. Серьезно, ты еще на что-то надеешься? Ну давай. Ой! Ой! Ой, как же это вышло? Михаил Потапыч, добрый день. Всем привет. О, счет, Михаил Потапыч. О, вот это, понимаешь, дзен спокойствие. Вообще похуй, что тут происходит. Так. Что тут у нас есть? Батареечки. А патрончиков нету? То, чтобы мне было прям очень надо, но... Но я бы не отказался, с другой стороны. Okay. Окинем взглядом. Нет. Ну и хорошо. По-моему, кто-то сыт. Кто-то сыт. Чё ты такой? Чё ты дрожишь-то весь, а? Ща, подожди, блядь. Опа! Ага. Блядь. Хоть корабль сам меня не пытается убить, но вам спасибо. Где-то я это уже видел. Продолжение следует, да. Конец дополнительного эпизода номер один. Ладно, вот как раз, в принципе, еще 40 минут. Нормально, бодренько. Но, естественно, будем судить обо всем уже когда целиком. А пока что ссылка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов. Везде, короче, вступайте, везде подписывайтесь. По возможности подпишитесь на Boosty, поддержите материально. И за всем все. Всем всего доброго, я хорошие игры. Всем пока.